Здравствуйте, друзья! Переходим по ссылке под этим видео. Жмем «Загрузить». «Download». Нажимаем сюда. Это бесплатная версия. И жмем сюда. Выбираем папку для сохранения. И скачиваем. После этого идем в папку с файлом и запускаем его. Выбираем язык. Далее. Ставим галочку «Я принимаю». Далее. Выбираем папку для установки. Далее. Далее. Ставим везде галочки и жмем «Далее». Установить. Ждем некоторое время. Нажимаем «Завершить». Программа установлена.